Кустанайские хлеборобы сообщают о приостановке уборочной кампании. На смену морозам, при которых комбайны могли убирать пшеницу, пришли дожди и установилась плюсовая температура. В северных районах региона, где сосредоточена оставшаяся часть неубранного хлеба, это около 16% от всей посевной площади, третий день идут осадки. Аграрии говорят, вопрос уборки отходит на второй план. Сейчас важно сохранить уже собранный хлеб. Из-за высокой влажности, по мнению экспертов, может попросту сгнить. При сдаче мобилятора влажность явно оттаивает, влажность повышается и практически до 40-50% выходит из фасца с одной стороны. Но это самая главная проблема. Если такая плюсовая температура будет дальше продолжаться, то зерно в буртах начнет греться. Это еще хуже будет.